Румяные блины с золотистой корочкой хороши сами по себе. А если внутри есть соответствующая начинка, западный фастфуд просто не может составить конкуренцию этому всеми любимому традиционному русскому блюду. Блинная станция BS1500/700P поможет вам не только приготовить и начинить блины, но и устроить из этого процесса настоящее шоу для клиентов. Станция BS1500/700P представляет собой рабочий стол с полками и гастроемкостями для начинки и прочих ингредиентов. Конструкция быстро разбирается, ее легко перевозить для использования в выездной торговле, проведения праздников, народных гуляний, корпоративов и прочих мероприятий в традиционном стиле. Материал, из которого изготовлена блинная станция, пищевая нержавеющая сталь. Это придает конструкции не только прочность, но и требуемый уровень гигиены. Оборудование без проблем отмывается даже от самых сильных загрязнений. При этом устойчивость к коррозии станет дополнительным плюсом при эксплуатации блинной станции на открытом воздухе. Приготовление блинов в центре столешницы предусмотрено пространство для установки блинного аппарата. В частности, данная станция рассчитана на аппарат масленицы BA2/5 от Atessi. Этот прибор с двумя 36-сантиметровыми жарочными поверхностями из чугуна прост в эксплуатации и позволяет быстро приготовить вкуснейшие блины даже сотруднику без соответствующей квалификации. Справа и впереди пространства для размещения блинного аппарата расположены различных размеров гастроемкости. Они предназначаются для теста, начинок и всевозможного инвентаря. Таким образом, все, что необходимо для приготовления блинов, находится в пределах досягаемости повара. Гастроемкости устанавливаются в холдеры со стандартными размерами, что дает возможность компоновать рабочее место в зависимости от потребностей. При использовании блинной станции немаловажным моментом является возможность клиентов наблюдать за процессом приготовления и самим выбирать понравившуюся начинку. Доказано, что такое своеобразное кулинарное шоу увеличивает продажи на 20-30%. Для защиты клиентов от брызг фронтальная часть блинной станции закрыта стеклянной перегородкой. Под столешницей, способной выдержать нагрузку до 100 кг, размещены две просторные сплошные полки для хранения продуктов, посуды и инвентаря. Вверху, на стальных стойках, устанавливается бункер, который можно использовать для удобной организации торговли, поместив туда салфетки, одноразовую посуду или другие необходимые в работе предметы. Всего в верхнем бункере имеется 8 полок. Свежие блины с мясом или творогом, с вареньем или сметаной. Блинная станция BS1500/700P даст вам возможность устроить для клиентов настоящий праздник в русском стиле. Это простая прочная конструкция с привлекательным дизайном, которая обеспечит не только презентабельность, но и комфортную работу для вашего персонала.